Незаметно прошли два фестивальных дня, праздник искусств корейцев Казахстана. За два дня наше жюри просмотрело художественный коллектив более 10 коллективов из 10 областей и города Алматы. Мы постарались рассмотреть все коллективы, даже те коллективы, которые не представили заявки. Потому что, я думаю, сегодня наше тяжелое время. Областя нашли деньги, возможность приехать. Поэтому мы нашли время всех просмотреть, выслушать. Даже бабушки из городского культурного центра, которые хотели, что их не включали, нет времени, мы всем дали возможность, чтобы сегодня, в течение двух дней, могли перед вами выступить, показать свои народные таланты. И прежде чем объявить итоги работы нашего жюри, я хотел бы от имени участников нашего сегодняшнего фестиваля выразить самую глубокую благодарность Ассоциации корейцев Казахстана в лице президента Ассоциации ЦК Юрия Андреевича за ту помощь, материальную, финансовую, моральную поддержку. Благодаря им сегодня наш фестиваль состоялся. И разрешите вручить нашему президенту наш маленький подарок. Пожалуйста, Юрий Андреевич. Заслуженного художника Республики Казахстан Алексея Головича Головина. Дорогие друзья, получая этот подарок, я так понимаю, что это подарок ассоциации. Одному человеку это нельзя сделать, такой праздник. Вот здесь сидящие члены президиума, вся общественность, все от души и сердца помогали в проведении мероприятий, связанных с 60-летием проживания корейцев в Казахстане. Спасибо всем! Попросите огласить итоги работы нашего жюри по итогам фестиваля. По единодушному одобрению единогласно проголосовали за присуждение гран-при Жезказганскому областному корейскому культурному центру. Я хочу сказать, при равных условиях мы все же дали предпочтение нашим глубинкам, нашим областным центрам, которые сегодня при тяжелых условиях все же нашли деньги. Держат художественные руководители, одевают костюмы национальные. Поэтому я думаю, что правильно сделали, чтобы их стимулировать и дальше, чтобы они работали в этом направлении. На сцену приглашается председатель Жезказганского культурного центра и художественный руководитель. Пожалуйста, похлопаем. Теперь на протяжении 10-15 минут мы будем вручать, жюри будет вручать.
А то Юрий Андреевич здесь устанет 15 минут стоять. Я хочу огласить итоги по жанрам. Первое место по жанрам хореографически. Диплом первой степени вручается ансамблю «Петухи города». Нашим зрителям, что вот присуждение лауреата приза участвовали многие фирмы, которые откликнулись на наш фестиваль. Один из таких фирм является фирма «Козлык Биоком». Здесь присутствует вице-президент Нил Вадим Васильевич. Он вручает приз ансамблю «Ариган Молот Тарас» за третье место в этом жанре. Вадим Васильевич, пожалуйста. Оценки следующего жанра – хоровой. Первое место, диплом первой степени вручается хору ветеранов Родины города Алматы. На сцену приглашают его художник Владимир Шин. Вручаю
Пожалуйста, я прошу сюда подняться. Похлопаем, товарищи. Президент клуба бизнесменов по ассоциации. Сюда, в середину, середину, середину. Ну, кто он так больше? То, что наш клуб Родина занял призовое место, это большая заслуга нашего любимого, дорогого маэстро Шимка Владимира Ильича. Вот это хочу наш клуб выразить ему большую любовь, большую благодарность, что он теряет столько своего здоровья, времени с нами, вот бабушками, чтобы мы пели в четыре голоса. Поэтому это вот наша любовь, наша хора.
Никитянович!
семья. Телевизором фильм «Моя лжи». Присутствие включает член жюри, член Союза композиторов Казахстана Стрельковский Владимир Андреевич. Похлопаем, товарищи. Акционерного общества «Достар Капитал Маркетс»
Цой Павел Николаевич, я прошу подняться на эту сцену. На протяжении двух дней просто всю работу он сидел в этом зале, выбирал самую красивую девушку в этом фестивале. И я думаю, он нашел ее. Такой девушкой участницей является Дина Екатерина Долгова. Имиджевого клипа нашей компании, нашего благотворительного фонда, который представляет Андрей. А также мы хотели сразу перейти к специальному призу. Хорошо, хорошо. Да. Все сказал, да? Да. Вообще, новые корейцы, видите, как теперь выглядят? Новые корейцы. И вот я хочу сказать, это богатая фирма. Вот на таких можно мы равняться. Это наши будущие ассоциации. Без них нам никуда не деться. И вот двое таких самых красивых парней в Алмате, в Алматинской области, учредили еще один специальный приз от благотворительного фонда «Корейцы Казахстана». Этот приз вручает его президент Сон Андрей. От имени благотворительного фонда приз вручает Сон Андрей, вручает царь Маши, город Алмата. Тоже выбор был очень сложный, я знаю. Я сказал, президент благотворительного фонда, ну пусть скажут, я откуда знаю в этих мешочках? Там может быть бриллиант за 100 тысяч. А мы вручили девушкам парфюмерной серии Кинзо, потом чеки в долларовом эквиваленте на определенные суммы. Но главный приз для них будет это участие в съемках имиджевых клипов компании «Достар Капитал Маркет» и нашего фонда. По секрету скажу, они усиленно искали конверт. Но я потом посмотрел, они по 500 баксов каждый конверт положили. Следующий приз, приз за сценическое обаяние. Приз вручается Тян Анне, ансамбль «Петухи» города Алмата. Вручается художественному руководителю Карагандинской области Ким Лилии Михайловны. Прошу подняться на сцену. Присутствует главный редактор корейской газеты «Паренима» Ян Вансик. Член жюри. Там столько призов, пора призов, там не знаешь, что...
на какие призы браться. Чистую речь, такое чистое произношение. Вот действительно, ну, вы как кореянка, понимаете, чистая кореянка произнесла. И настолько приятно была манера, как она пела, это уже я не говорю об этом. Моя задача заключалась в том, чтобы определить, на каком уровне находится ее произношение, чистота речи. И на конце концов я нашла ее. И вот мы вращаем приз радио Югай Ангелине. И сразу же Тамара Николаевна из своего фонда, у нее очень много подарков из Южной Кореи, вручает приз за волю к победе ансамбле «Чинсон», город Балхаш. Впервые выступил на этом фестивале. Вообще, я думаю, знаете, действительно, за волю к победе или за упорство. И я знаю, что глубинки, конечно, страдают нехваткой костюмов. И вот Южная Корея прислала, чтобы я, как бы, вручила, ну, на мое усмотрение, я решила, что вручить 10 костюмов женских, один мужской, вот центру Балхашскому. Шин Розе Ивановне. Но это приз. Это приз, ну, такой тяжелый. И я потом вручу уже как упакованную в чистом таком виде. Поэтому мы специально сегодня на гала-концерте услышите